Вам просто надо видеть, что мы творим со стоп-робом. Просто надо это видеть. Ну, это немыслимое. Вот, вот, пожалуйста, сразу пошла жара. Просто всех поставили на свои места. Всех разогнали, как крыс по... на подводной лодке. Так, ну все, это топ-1, пацаны. Ну, жесть. Просто, кого добить первым? Выбирайте. Топ-1, друзья, и даже не напрягались. Топ-1, мы вернули мне... А, ну как вернули мне? Почти вернули мне. Спраута на 1000, вот я вам показываю, просто что вот играем. Возвращаем, чтобы потом не было вопросов, откуда у тебя обратно 1000. Ну это не проблема вернуть, вы понимаете, да? Но! У холдика вот прям, прям вот не знаю. Ну не имется ему, я хотел другой пример привести, но не, ладно, не хочу. Короче, поехали. Каждую каточку буду показывать, как заканчивается. Поражение, конечно, стыдно показывать. Но, надеюсь, их не будет. Короче, всем привет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Холдик дальше топит. И сейчас, короче, результаты, надеюсь, будут налицо. Всем удачи. Присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Приятного аппетита, кто кушал. Смотрите, как мы сейчас будем щелкать победы. Первая пошла. Дзынь! Короче, хотел сделать, знаете, такую нарезочку. Дзынь-дзынь-дзынь, победа за победой, но что-то мне не очень получается. Ну, точнее, я сомневаюсь, что у меня получится так красочно. Короче, мы сейчас идем все катки топ-1. Я обязан вам это показывать, как мы всех наказываем, ставим на колени. Извините за такие пафосные высказывания. Ну, это лишь аллегория. Да, все, поехали. Бой, бой! Уф! Как же мне нравится пушить кубки, это такой азарт. Ну поехали, отличный, отличный респаун, просто шикарный. Так. Тум, тум. Так, хорошо, эта банка тоже наша. Ну все, блин, как же меня немножко напрягают некоторые моменты. Так, ну все, у нас 4 банки, вы понимаете, да, что это все. Все, это наша территория. Наша территория. Хоп. Решоты, тик, шоты, тик, шоты, блин, тик. Нифига тычка сколько дала. Пам! Все, он почти труп, вы видели? Откуда они там? Почему на видос всегда вот так? Надо вырубать видос, не знаю. Вот до видоса, до записи я вообще сижу нормально, играю, все четко. Только врубается запись, на тебе. Руина, руина, руина. Хорош. Хорош. Так, там Леон со стелсом, надо быть аккуратным. Блин, она сейчас 2 куска. 3 900. Брат, живи. 3 900, ну что я мог поделать? Ну она вылетела, голова, я никуда бы не делся. Давай топ-2, да брат, добей его. Да добей его, топ-2 возьмем. Да ты гля, это жопа тупо. Если бы он его добил, то мы бы топ-2 взяли. Мы взяли топ-2. Мы его добьем. Ну, ну вот реально, если отбросить то, что я там сдох, вот, да, мои ошибки, окей, если отбросить их в сторону, ну вот серьезно, ну если бы стоп-роб пошел, он мог спокойно тика добить, он был за стенкой, ему надо было просто к нему зайти, тик бы его не убил впритык, и все, это бы было топ-2, че стоп-роб делал, я не понял в тот момент, какого хера он дамажил кого-то внизу, нахера он это делал, просто непонятно, ну мы бы без дискорда играем, я не знаю. За свои ошибки я согласен, я там тоже тупил, но, блин, ну вот это было непонятно. Я бы 100% пошел добивать тика. Блин, мы сейчас в самой худшей позиции. Попробуем сделать так. Нас зажимают. Прекрасно. 2300, у меня 600 хп осталось. Шикарно. До видосика все было лучше. Тварь. Одни метатели просто. Куда ему деться, стоп-робику? Куда ему деться? Просто. Тиски, соски в тиски просто. Соски в тиски.
Но я через одну секунду появлюсь, но меня же отымеют так же точно, как и его. Хотя... Там 10-баночный козел. О, нифига, нифига себе. Если мы сейчас затащим... Воу-воу-воу, стоп-роп, ты бог! Ты боженька, стоп-роп! Вот здесь ты боженька просто. А, братик, ссылка на стоп-роба в описании. Ну, тут он затащил катку. Мы предыдущие, конечно, сыграли. Вообще никаких претензий к стоп-робу. То есть, не, ну просто предыдущая ситуация была непонятна, почему он так не сделал. Он крутой игрок, вообще, я, понятное дело, руиню больше, ну блин, в предыдущей катке, вот пересмотрите ее. Там, где тик дамажил, он мог две тыки дать тику и все. И тика бы не было, и это было бы топ-2 тоже. А так мы проиграли. Да ладно, все равно все шики-пики, чик-чирики. Следующая катка, поехали. О. Вау, блин, хочется 1050 взять. Надеюсь, получится, надеюсь, получится. Так. Тут же тоже кто-то может вылезти, да, внезапно. Но я возьму банку и отсюда просто делаю ноги, делаю руки. Так, хорошо. О, вот это жара. Вот это жара. Да ты что, 360 хп, сюда иди. 360 хп, на. Там джин сидел, лол. Как я по нему не попал? Прикрою, прикрою. Я же проверил эти кусты. Реально, это же надо, он так спрятался и не запалился. Ну все, джина зажали. Джину капец. По идее, должен быть. Ну блин, где мой напарник? Ну все, мне капсет сейчас будет. Ну нет, смотрите, что-то делаем. Что-то важное. Воу-воу-воу-воу! Бесит, 6 банок просрал. Твою мать! Две тыки прилетело, минус я. Ну это ой, боже. Нам надо вместе держаться, это плохо, плохо все заканчивается. И теперь у них 7 банок, просто из-за того, что я рак. Сдохни ты уже, блин, 200 хп, ты подохнешь, тварь. Блин, капец, Роза выжила. Ого, он кого-то убил. Что происходит, сегодня хоть одна тима умрет? Да, его подальше. А! Мой напарник сдох! Hello. Я просто умер от Спраута. И вот сейчас, что я делаю? Я 700 хп ему оставил. Блин, какой же Спраут балансный, тварь. Ну я же за него играю тоже. Есть. Так. Эту баночку мы подберем. А, откройся, 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 откройся быстрее. Так. Так, там Спраут резнется, да? Бля, сразу набрасывает, чтоб капец. А я ему все в щит закинул. Так, ну эту команду мы зажмем. Так, а там 4 банки тоже у чела. Так, 1500 осталось. Пух, добил, есть. Так, у меня же гаджеты есть, что я туплю? Так, надо похилиться. Потому что времени ждать, пока отрегенится само нету. Так. Мы кого-то прессингуем. Там стоп-роп выносит кого-то. Жесть. О, семибаночные. Семибаночные клещи. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Туда я кинул сверху. Твою мать. Автоатака. Автоатака, ребята. Автоатака. А Фрэнк делает правильные вещи. Уже неправильные. Фух, джин с ультой. Это, конечно, печально. Но если мы сейчас зажмем джина... О, джин потратил ульту. Это уже, конечно, круто. Все, мы зажимаем. Весь, вся суть ШД это зажимать.
Как ты меня вынес? Как он меня вынес? Да. Стопро, подхилься, братан, что ты делаешь? Я не понимаю, зачем он это нахер сделал? Он мог отхилиться. Ну что, блядь, происходит? Ну он мог отхилиться. Ну ладно. На самом деле, такое бывает. Но он хотел выиграть. Да, он хотел топ-1. Я вот заметил за 100 пробу, он вообще играет агрессивно, он не любит где-то затариться, где-то, чтобы там засейвиться, сохранить жизнь. Не, он вот тут будет, у него хп не будет, он будет бегать, стрелять, пока вот его не убьют. Так, наверное, вот эту катку я покажу полностью, остальные уже буду обрезать, потому что, блин, ну я хочу показать хороший результат уже какой-то. А если показывать все катки подряд, ну я не знаю, вам интересно это или нет? Если интересно, что я играю, ну, показываю все катки, то поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Если обрезать каточки, делать их короче, то тоже пишите, я буду сокращать. Блин. Так, ну блин. Стопроба убили и забрали банки. Опа. Давай, добьем. Есть, добили ее. Так, если он убьет сейчас того Спраута, то это... Он убил его? Он убил его? Или не того он убил? Ну не знаю, но он убил Спраута, это хорошо. Так, зажимаем этих. Так. Ну и того тоже надо зажать. Ух, три команды осталось. Просто жесть. Две команды осталось. Тун. И последняя тычечка. Пум! Твоя песенка спета, Поко. Это топ-1. Фух, друзья. Ну, дальше по 5 кубков. Короче, давайте уже как нафармлю. Просто итог поединка буду показывать. Все. Ты лучше всех. Почему? Потому что ты лучше всех. Кто-то еще сомневается, что это опять топ-1, а? Хо-хо, кокосики. Они хотят затимиться с нами, может их пожалеть? Ладно, я их пожалею. Давай, попросили. По-братски попросили, мало ли. Иногда есть такие ситуации, где ну очень кубки надо, сливать не хочется, поэтому... А эти не просили, поэтому... Иди там, умри сам. Я хотел его там, чтобы он отдымал. Не, гля, мы их, значит, пощадили. Да. Не, ну по-моему они крутятся. Если она начнет меня... Подойди близко к нему, чтобы проверить по честности. Еее! Ну что ж, это снова тупо топ-1. Ну это, конечно, не топ-1, но тоже неплохо. Да, возродиться. Я хз, пацаны. Тупо топ-1. О, жесть. А можно лайк поставить в этот момент? Ну, один. Ладно, не ставьте лайк. Хотя, если поставите, я буду не против. Переключать? Короче, знаете, что я понял, друзья? У нас этой тимой будет почти 1250, я вам отвечаю. Ну это просто, ну мы всех разносим, выносим без... Вообще, ну дайте нам... О, вообще жесть, ляш, творим. Вот семибаночный Карл сидит, смотрите. Все, я просто запуливаю. Если бы еще у Роба был гаджет, смотрите, что творится. Смотрите, просто в кучку попались. А как туда попасть? Сейчас подам. Хоп, и ты там. Хоп, и сейчас Морси зажмет еще. Это гаджет скушает. Так.
короче, ребята, вы поняли, мы этой тимой АБМ 1250. Все, другого нам не дадут. Ай. Данил сидел, собирал кубик 4 на 4. Вот, я его отвлек. Держи, собирай дальше. Короче, я не знаю, этой тимой 1250, убойная тима. Ну давайте еще один бой, чтобы для уверенности. Короче, я решил вам полный бой показать. А то что я показываю вам только победы в конце, да? Давайте полный бой покажем сейчас. Смотрите, как мы разносим. Вот у нас, да, как бы сейчас банок нет. Но смотрите, что эта тима делает. Вот как бы тоже спраут, там все дела. Но если руки не из сраки, то в принципе спраута обыгрывать можно, да? Вот, но тем же спраутом, опять же. Вот, смотрите, оп, этот спраут обошел, но тут я его клац и просто зубной состав ему сдвинул. Все, дальше, смотрите, вот еще тима где-то затаилась. Оп-хоп-хоп, и все, тимы уже как бы нет. А, я пошутил, не бейте, обоссыте лучше. Надеюсь, ты выживешь. Нет, я не выжил, братан, я включил запись, и мы проигрываем. Там Биби, да. Но нас Барли. Мы их можем забрать. А, еще спраут еще поджимает. Да, и спраут. Ну, мы заберем эту тиму, но это мало. Четвертое место. Семь банок у этого. О, хорош. Она на меня вынесла, может, и этого... Ой, хорош! Какой замес! Ну, это Биби молодец. Биби молодец. Она всю игру нам сделала. Стоять там. Только на мне. Ой, сейчас... братан, сорян. А ну, хотя, что он тебе сделает-то? Тут еще один чел сидит вверху, называется Барли. А где он есть? Где он делся? Так, спраут, да, короче, бэкует. Ну, короче, давайте, накидываю. Оп, и уже не бэкует спраут. Все, ребята, с этой тимы 1250 апаем. Я вам отвечаю. Короче, держись там. Брока убей первым делом. Ну, блин, это я тупанул, тебя зажал. Ну, короче, с этой... Давайте еще, надо последнюю катку топ-1 сделать. Смотрите, как я пока забаррикадировал. Видели, да? Блин, как бы мне теперь... Слушай, ты можешь там пока не быковать ни на кого? Вот эти надо штуки забрать, штуки, трюки. Окей, давай. Хух, раз, два, три. Чух, я сейчас как под водой побыл. Сейчас топ-1 будет. Если меня не притянут... А если притянут... И все равно будет топ-1! Это идти мы возьмем 1250! Все, ребят, на этом я буду прощаться, ролик и так затянулся. Короче, приходите на стримы. У нас почти 1250, да, поем на стримчанском. Всем до новых встреч, всем пока. Ха!